Я с большим удовольствием представляю следующего докладчика. Это Игорь Ефимов, профессор биоинженерии Университета Джорджа Вашингтона и, как я уже сказал, первый президент и сооснователь RASA USA. В профессиональном плане Игорь выдающийся ученый. Он в настоящее время руководит заново созданным отделом биоинженерии на инженерном факультете Джордж Вашингтон Университи. Доклад называется «Будущее биоэлектроники в кардиологии. Конформные переносные электронные устройства». Большое спасибо. Пока мы тут переключаемся, я просто скажу пару слов. Я хотел поблагодарить организаторов конференции и отдельно Андрея Павловича. Значит, я здесь на самом деле приехал на целых две конференции. Мы уже поработали вчера на другой конференции. И Андрей Павлович попросил меня модифицировать мою презентацию. Да, конечно. У меня здесь. И рассказать немножко о том, что я делал вчера, помимо своего научной части своего доклада. Значит, вчера мы занимались тем, что обсуждали, как улучшить инновационную составляющую науки и технологии в Татарстане и в Казани. И позвольте мне начать именно с этого. Вот, значит, на этой картинке показана очень интересная книжка. Я рекомендую всем студентам здесь записать. У нас IT. Покажите, пожалуйста, чтобы вывод на экран был. А он есть на экран. Он у вас нет, а там есть сзади. А там есть? Все. Да, вам придется, наверное, сесть вот в первом ряду. Значит, в этой книжке описывается история Bell Labs. Bell Labs, многие из вас, наверное, знают, это одна из величайших индустриальных лабораторий 20 века, которая была организована компанией AT&T и которая произвела огромное количество открытий в 20 веке. В частности, здесь некоторые из них перечислены. То, что они запатентовали, технологии включают в себя телефон. Это именно Bell первый, кто запатентовал это открытие, информационную теорию, транзистор и все, что потом произошло, включая Силиконовую долину, именно от этого пошло. Более того, один из сооткрывателей транзистора, он основал, собственно, Силиконовую долину, он переехал в Калифорнию и там это сделал. И интересно, что они также запатентовали и спутники, хотя, конечно, известно, кто реально воплотил эту идею, это было воплощено, естественно, в России. Они запатентовали мобильный телефон, но у них не было тогда еще технологии для того, чтобы это воплотить. Вот. Но 20 век прошел, и все эти открытия, которые делались на протяжении 20 века, в основном в таких огромных индустриальных лабораториях или государственных центрах во всех странах мира, включая Соединенные Штаты Америки, включая Советский Союз и многие другие страны, сейчас это все закончилось. Нет больше таких лабораторий. Bell Labs, например, практически умерла. Она существует еще, есть такое имя, но они реально занимаются сплошным просто индустриальным девелопом. То есть они проверяют новые телефоны, работают они или не работают. Никаких открытий оттуда уже не произойдет. Все таланты оттуда ушли. С одним из них я работаю, я покажу работы, которые мы с ним делаем, но он сейчас работает в академии, он работает в университете. И выдающиеся ученые, философы науки и инновации сделали, в общем-то, вывод, что в 21 веке практически все инновации технологические, биологические произойдут именно в академической среде, в университетах. Вы видите здесь ряд таких книг, которые были опубликованы за последние несколько лет. Прошу прощения, опять оно почему-то... Да. Вот, это инновационный университет, это Engines of Innovation, соответственно, двигатель инноваций. И, ну, самая главная работа, то, что вы видите справа, это университеты третьего поколения. Что такое университеты третьего поколения? Концепция изложена следующим образом. Университеты первого поколения, они были созданы примерно 1000 лет назад. Их задача была подготовка специалистов. Были факультеты медицинские, был факультет юридический, был факультет военный, где готовили офицеров, были факультеты инженерные. Задача была передать существующие знания следующему поколению. Речь не шла о создании новых знаний. Более того, это пресекалось. Схоластический метод утверждал, что все, что придумали 1000 лет назад, это истина, и это нужно только защищать и передавать следующему поколению. Это продолжалось много-много столетий, никаких вопросов не задавалось, все зубрилось, как было написано еще Аристотелем, пока, в общем, не возникли первые университеты, так называемые научно-исследовательские университеты. Примерно 500 лет назад в Германии возник первый такой университет, Humboldt University. И после этого многие страны стали, в общем, присоединяться к этому пониманию.
Научно-исследовательские университеты, естественно, занимались образованием, как и университеты первого поколения, но они добавили производство знаний. То есть многие профессора становились одновременно и заведующими лабораториями, и создавали новые знания. Но время научно-исследовательских университетов тоже прошло. Вот современная теория образования утверждает, что те университеты, которые останутся в этом прошлом, они, в общем, обречены, к сожалению, на гибель в конкуренции. Университеты третьего поколения, они включают в себя образование, они включают в себя научные исследования. Самое главное, чем они отличаются от университетов предыдущего поколения, они включают в себя инновационную компоненту и entrepreneurship. И что интересно, как вы видите, один из представителей этих новых университетов, это один из университетов, который прошел все три ступеньки. Это Кембриджский университет, который был университетом первого поколения, он был основан почти 1000 лет назад, он был университетом второго поколения, и теперь он очень успешно трансформировался, стал университетом третьего поколения. Вот эта подробная таблица, я просто приведу несколько примеров, чем отличаются университеты первого, второго и третьего поколения. Первое, как я уже сказал, это их цель. Их mission statement. Какая у них миссия? Первое поколение университета занимается только образованием, второе – образованием и наукой, и третье – образованием, наукой, а также созданием value, то есть созданием новых методов производства, новых методов лечения и так далее, то, что полезно для человека. Они также отличаются тем, какова их роль. Это защита истины университетов первого поколения, это открытие новых знаний университетов второго поколения, и третье поколение – это создание нового богатства, то есть богатство в том числе знания, ноу-хау и новых продуктов на рынке. Дальше у них разные методы, у них разная цель создания человеческого капитала. Как я уже говорил, первое поколение университетов в создании человеческого капитала признавало только создание специалистов, то есть подготовка врачей, подготовка инженеров, подготовка богословов, что было в каждом университете. Многие университеты именно начались с факультетов теологии. Второе поколение университетов добавили к этому подготовку ученых, то есть производителей нового знания. И университеты третьего поколения добавили к этому предпринимателей. То есть это те люди, которые берут эти знания и воплощают их в продукты, в новые методы, которые, в общем, помогают жизни всех людей. Структура университета сильно изменилась. Первоначально университеты были набором колледжей, которые объединялись по какому-то принципу вокруг центра. Второе поколение университетов, они сформировались в виде факультетов, набора факультетов. Третье поколение университетов, это формируется и интегрируется вокруг центров и институтов. И вы прекрасно видели вот из презентации главы Казанского федерального университета, как, в общем-то, Казанский университет тоже следует той же самой траектории. Это также можно видеть в том, что как сильно меняется программа подготовки специалистов самой высокой квалификации в Америке, в частности PhD. 5-6 лет назад Национальная академия наук США сделали исследование, в котором они признали, что старые программы подготовки PhD должны быть полностью изменены. В прошлом подготовка PhD означала подготовка будущей профессуры. То есть, когда ваш аспирант приходит к вам в лабораторию, вы знаете, что этот аспирант в один день станет профессором. И это было единственное, для чего их готовили. Вот. Сейчас признано, что это не так. Сейчас насчитано более 30 разных профессий, которые, в общем, после окончания этой программы люди идут и работают. Здесь вот короткий список есть, веб-сайт. Я очень рекомендую всем вам пойти зарегистрироваться на этом веб-сайте. Это веб-сайт журнала Science. И просто протестировать самих себя. Даже если вы уже взрослые люди, даже если вы директор института, попробуйте определить, находитесь ли вы на своем месте. Это очень интересно. Я сам это сделал. К счастью, обнаружил, что я в правильной профессии. Вот. Но профессий очень много. Это не только, как здесь написано, principal investigator in academia, то есть профессор, заведующий лабораторией. Это также и наука в индустрии. Это также предпринимательство. Это также интеллектуальная собственность. Это также, например, разработка лекарств и регуляторная наука в государственных учреждениях. То есть все эти программы сейчас воплощаются во многих университетах, и, в общем, если университеты этого не делают, они становятся, к сожалению, неконкурентоспособными. Еще очень важный аспект –
как померить успех того или иного университета на траектории к тому, чтобы стать университетом третьего поколения. К сожалению, очень часто руководители на уровне государства и университетов думают, что это должно выражаться исключительно в долларах или там в рублях. Сколько университет принес денег от лицензирования патентов, от создания компаний. Но, как показала практика, и вот здесь исследование на примере MIT, одного из самых успешных университетов, это не так. В MIT, например, от лицензирования в 2011 году MIT получил $76 миллионов. Но, например, на финансирование всей науки от федерального правительства они получили $1.5 миллиарда. То есть лицензирование принесло всего 5% от того, что они потратили на фундаментальную науку. Это не является конечной целью инновационной деятельности. Главная цель, как видно здесь, это производство кадров. Этот график показывает, сколько компаний было создано выпускниками MIT, если взять их по разным десятилетиям. Самая нижняя кривая показывает, сколько компаний после окончания MIT было создано теми, кто закончил MIT в 50-е годы. Максимум они создали 1500 компаний. Следующая декада, те, кто закончили MIT в 60-е годы, уже достигли 2000 компаний. Следующие, кто в 70-е, достигли 2500. И так далее, и так далее. Видите, что каждую декаду культура менялась таким образом, что выпускники MIT создавали все более и более большее количество компаний. И теперь, если взять всех выпускников MIT и подумать, что это государство, это было бы экономикой, равноценной 10-му государству в мире по импакту, по экономическому импакту, по доходу, по количеству рабочих мест, которые они создали. Вот именно к этому нужно стремиться. Ну, теперь к цели нашей конференции. Соединенные Штаты Америки каждый год публикуют их предсказания на рабочего рынка, сколько специалистов потребуется в разных направлениях. И вот я привел здесь данные, которые относятся к инжинирингу. И, как видно, biomedical engineering, который я представляю, это самая популярная сейчас специальность, и это подтверждается фактами. В течение следующей декады в США будет 23% рост числа рабочих мест именно в biomedical engineering по сравнению, скажем, с другими специальностями, которые от 0 до 8% максимум. То есть это очень важная специальность, как именно взять новые научные идеи и довести их до ума, то есть превратить их в методики по диагностике и лечению различных заболеваний. Теперь позвольте мне перейти, собственно говоря, к научной части моей презентации. Этот график показывает снижение смертности от разных причин и рост продолжительности жизни в США. За последние 50-60 лет в США продолжительность жизни выросла на 10 лет. В разных группах, среди мужчин, женщин и в разных расовых группах это по-разному, но в среднем порядка 10 лет. Что интересно, что большинство этого роста произошло потому, что было значительное снижение смертности от сердечных заболеваний. На этом графике справа видно, что сердечные заболевания с 1958 года по 2010, смертность от них снизилась на 68%. Гигантская цифра. От инсультов смертность снизилась на 79%. В это же самое время красная кривая, к сожалению, от онкологических заболеваний не было такого большого прорыва. Только сейчас намечается, в общем, улучшение в последние несколько лет. Особенно вот недавно был изобретен новый подход с иммунотерапией, который, по-видимому, будет в самом деле большим прорывом в этой области. В России, мне кажется, это должно стать главной задачей, потому что Россия, к сожалению, это данные российские по смертности, в России практически в 10 раз смертность от сердечных заболеваний превышает смертность в Америке. Это означает, что есть возможность, хотя есть тренд к тому, что она уменьшается, но это все равно огромный разрыв. И технологии, которые уже существуют, могут быть применены в России, и они значительно снизят смертность от сердечных заболеваний, и поэтому они значительно продолжат продолжительность жизни российских граждан. Значит, парадигма, которую мы используем уже более 150 лет, была сформулирована Рудольфом Вирховым, немецким физиологом, который, в общем, сказал, что первое, что мы делаем в практической биологической науке, мы исследуем пациента, мы понимаем симптомы и делаем предсказания, каков механизм заболевания. Следующее, мы создаем модель на животных и моделируем это заболевание на животных и изобретаем, придумываем какое-то лекарство, чтобы вылечить это заболевание на этой модели на животных. Если это работает на животных, дальше мы идем опять к пациентам и делаем клинические испытания, и таким образом изобретаем лекарства. Мы пользуемся этой парадигмой очень много-много лет.
Большинство моделей на животных последние 20 лет это была муха дрозофила, это была мышь, и это был C. elegans червяк. Очень много, большинство работ, как вы видите, целые индустрии были созданы вокруг этих видов животных. К сожалению, сейчас становится более и более очевидно, что их выхлоп, так сказать, их выход на практический рынок медицинских терапий практически нулевой, по крайней мере, сердечно-сосудистой науки. Очень мало лекарств, которые в результате были разработаны, которые работают. Я приведу пример три самых главных заболевания, которые, в общем, снижают продолжительность жизни. Первое – это брадикардия, то есть замедление водителя ритма. Как мы стареем, к сожалению, наше сердце замедляется. Как вы отлично знаете, практически нет никаких лекарств, которые помогли бы этому серьезному заболеванию, которое в прошлые века, по-видимому, было одной из главных причин смертности, если исключить инфекционные заболевания. Теперь, к счастью, это не такая проблема, потому что у нас есть электронные пейсмейкеры, имплантируемые стимуляторы. Более миллиона человек в год получают эту терапию в мире, и сейчас десятки миллионов людей живы только потому, что есть такой прибор. Вторая проблема – это внезапная сердечная смерть из-за желудочковых фибрилляций. Она остается самой главной причиной смертности и в России, и в Америке, и в Европе, несмотря на значительное снижение от этой смертности. Единственное лечение – это дефибрилляция или транстаракальная внешняя, или с помощью имплантируемых приборов. Опять же, никаких лекарств, к сожалению, так и не было разработано, несмотря на то, что многие поколения ученых работали над этим, многие биологи, но многие химики, ничего так и не было разработано, к сожалению. И третье – значительная проблема и в России, и в Америке, и в Азии – это фибрилляция предсердия или мерцательная аритмия, как она называется в России. В Америке это 5 миллионов пациентов сейчас, в России, по-видимому, порядка 2-3 миллионов пациентов. Жуткая проблема. Самое главное последствие – это увеличение числа инсультов. И именно от инсультов люди в конечном итоге могут умирать в связи с мерцательной аритмией. Опять антиаритмические препараты практически не работают, только 15% пациентов может быть вылечено с помощью этих препаратов, 85% не может быть вылечено. Но даже те, кто респондеры, так сказать, на эту терапию, у них значительные побочные эффекты. Единственная терапия, которая существует, это абляция. Это нужно вставить электрод, найти источник аритмии и его прижечь. Это единственное, что сейчас может быть сделано. Значит, в моей лаборатории много-много лет я занимался исследованием электротерапии. Мы разработали метод, которым можем прокрасить сердце потенциал чувствительным красителем и померить непосредственно, что происходит во время приложения электрического тока, что позволило нам оптимизировать эту терапию значительно. Я пропустил много-много лет исследований в этой области. Практический выход был таков, что когда мы сравнили традиционную терапию, которая сейчас применяется в имплантируемых приборах и в транстаракальной дефибрилляции, при котором вы прикладываете очень короткий импульс, так называемый бифазный импульс. Мы сравнили с нашей терапией, состоящей из серии импульсов. Как вы видите из этих графиков, даже не называя цифр, было значительное снижение энергии, необходимой для успешной дефибрилляции. В частности, для желудочковой тахикардии это было в 100 раз снижение. Для предсердной фибрилляции, для мерцательной аритмии, снижение было от 1,5 джоулей до 0,16 джоулей, то есть в 10 раз снижение. Это уже означает, что мы, по-видимому, сможем, это сделано было на животных, но мы, по-видимому, сможем разработать имплантируемый дефибриллятор для пациентов, страдающих от мерцательной аритмии, и, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Мы основали компанию CardioLen, и очень длинная история, как мы прошли от bench to bedside, так сказать, от лаборатории до клинических испытаний, которые мы сейчас проводим, и наши предварительные клинические данные очень нас воодушевляют, то есть мы очень скоро сделаем этот прибор, он будет доступен пациентам. Теперь о будущем. Это уже, так сказать, прошлое, которое мы воплощаем в настоящем. Несколько лет назад я познакомился с Джоном Роджерсом, который работает в университете в Иллинойе Урбена-Шампейна. Вот он один из бывших работников Bell Lab, который вынужден был уйти, когда лаборатория закрылась. Он разработал интересный метод, который позволяет сделать приборы, имплантируемые в том числе. Это двумерная мембрана, которая растягивается, гибкая совершенно, но на ней напечатан электронная схема, позволяющая измерять огромное количество параметров, важных для терапии сердца, но также других органов. Видите, она может принимать очень разные формы, как показано здесь. Мы провели огромное количество исследований. Я сейчас быстро пробегусь по слайдам, потому что у меня нет времени. Это, например, мы показали, что мы можем сделать электрические измерения, очень аккуратно померить распространение волн возбуждения по сердцу.
Это мы показали, что мы можем мерить метаболизм, в частности pH. Как многие из вас знают, при, например, инфаркте миокарда, когда закупоривается веточка артерии, часть та, которая не перфузируется кровью, где недостаток кислорода, там сразу очень резко снижается pH. И это можно сделать очень аккуратно, померить с помощью этого прибора. Дальше мы также можем мерить температуру, мы можем мерить свет, делать спектроскопию. К счастью, есть флуорофоры, которые, например, являются биомаркерами, например, того же самого инфаркта миокарда. То есть можно сделать такой прибор, который комплексно проведет диагностику и дальше терапию внезапной сердечной смерти. И вот электроды для терапии мы тоже придумали. Так называемые фрактальные электроды, которые также могут быть напечатаны на приборе и очень с низкой энергией дефибриллировать сердце. Буквально недавно, это не опубликованные данные, мы разработали новый метод картирования, еще более, с большей плотностью, так называемые capacitive электроды, которые позволяют с огромной точностью мерить распространение волн возбуждения. И опять же, я покажу просто несколько слайдов. Мы провели исследование, например, когда вы согнете эту матрицу 10 тысяч раз, она не теряет свойств. Она позволяет быть исследованной в лабораторных условиях, что мы сейчас сделали, это вот картирование на сердце кролика. Картирование во время синусового ритма и стимуляции показывает прекрасную точность. Но самое главное, картирование во время фибрилляции, которое позволяет очень точно отследить волны возбуждения и разработать терапию, которая будет с очень низкой энергией устранять желудочковую фибрилляцию и таким образом спасать человека во время внезапной сердечной смерти. Ну и позвольте мне очень быстро рассказать о том, что такая траектория от лабораторной работы до успешного клинического применения, она на самом деле достаточно типична в американских университетах. Я приведу примеры двух моих коллег, с которыми мне посчастливилось работать многие годы. Первый – это профессор Йорам Руди, мой коллега, с которым я работал 15 лет. Наши лаборатории были соседние сначала в Кливленде, потом мы вместе переехали в Сент-Луис, пока я не уехал в Вашингтон. Он придумал метод, по которому можно померить 250 электрограмм на поверхности грудной клетки пациента и дальше решить математическую задачу, обратную задачу рассеивания и восстановить, каким образом волна возбуждения распространяется на сердце человека неинвазивно, то есть не открывая грудную клетку. Он основал компанию, и эта компания Cardio Insight недавно показала эффективность этого метода. Это, например, карта мерцательной аритмии у пациента, которому нужно было делать абляцию. То есть врач сначала неинвазивно измеряет, где находится источник мерцательной аритмии, определяет конкретно, в данном случае, как вы видите, это правая нижняя полая вена в левом предсердии. Это и есть источник у данного конкретного пациента. Это показано синим цветом. После этого врач идет, уже делает надрез, вставляет электрод, идет в эту самую правую нижнюю полую вену и прижигает, делает абляцию. И она очень эффективна. То есть это позволяет очень индивидуально подходить к каждому пациенту и планировать вмешательство во время абляции. У данного пациента это был ротор, то есть это вращающаяся волна. Точно так же находится центр этого ротора. Он находится вот здесь. Как вы видите, прямо здесь, вот, где все цвета вместе сходятся. То есть врач идет в эту точку, прижигает ее во время операции. Это сразу снижает очень резко время операции и увеличивает эффективность этого. То есть компания очень успешна. Она была в прошлом году продана за $123 миллиона большой компании Medtronic. Это вот пример, как заведующий лабораторией, в течение 20 лет исследовавший этот метод, с его студентами основавший компанию, довел ее до ума, довел ее до клинических применений, и в конечном итоге сейчас это применяется уже в клинике. Другой проект моей коллеги, с которой я уже много лет работаю, она профессор Джонс Хопкинс Университи, Наталья Троянова. Она придумала подход, вот она называет «my personal heart», то есть мое собственное сердце, мое персональное сердце. Это состоит в том, что если есть пациент, у которого, например, был инфаркт миокарда или мерцательная аритмия, и врач должен найти, какое место анатомически определяет эту аритмию, они делают сначала МРТ, дальше сегментируют сердце математически из имиджей МРТ, определяют, например, где находится фиброз, где находится инфаркт миокарда, рубец от инфаркта миокарда, дальше они делают математическое моделирование, предсказывают, где находится аритмия, где источник аритмии при, собственно говоря, аритмии, когда она происходит в пациентах, и дальше делают рекомендации врачам, куда нужно идти для того, чтобы сделать абляцию на активной математической модели. Она только что опубликовала 2 недели назад замечательную статью в Nature Communications, которая показала, что это в первом prospective стадии, что это работает, что это с большой эффективностью предсказывает и значительно уменьшает время, собственно, самой процедуры,
что снижает, естественно, дозу радиации, потому что при таких процедурах нужно использовать рентген. Она тоже основала фирму, которая, думаю, через несколько лет тоже станет, в общем, предметом покупки одной из больших компаний. Таким образом, наш метод, вот новый метод с этими самыми гибкими и растягиваемыми мембранами состоит в том, что это наша новая компания, которую мы только что основали. Сначала вы делаете МРТ или КТ пациента, дальше вы сегментируете математически сердце. После этого вы печатаете на трехмерном принтере это сердце и делаете на этой основе ваш прибор, который является двухмерной мембраной, сформированной именно под геометрию, под анатомию данного конкретного органа, конкретного пациента. И на нем вы наносите, печатаете те самые сенсоры и те самые электроды, которые будут проводить комплексную диагностику и комплексную терапию. И таким образом нам удастся сделать персонифицированный прибор для лечения различных сердечных заболеваний, включая аритмии, включая сердечную недостаточность. Здесь изложена траектория, как это мы себе представляем, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы покажем эти результаты здесь, в Казани. Я хотел бы поблагодарить моих сотрудников, это моя лаборатория, и также поддержку Национальных институтов здоровья и других агентств. Спасибо.